Приветствуем всех на турнире «Влетаем в лето», в котором приняли участие 16 команд из 8 кланов. А именно, это кланы Зло, Сквад, ВТМД, Full Metal Panic, Лада, Blackbird, Rush и Гарда. Хорошего вам просмотра, друзья. Итак, «Влетаем в лето». Проверьте, патроны все поставили. Подожди. Так, я на XP-58. И у меня... Подувку голдовую. Патроны. Есть. Процент. По крайней мере, 5. Сейчас. Все, есть, все. Я готов. Запускаю. Один мы бой, да, с ними летим? Три. Ну, до двух побед. До двух побед. Там три, это... Знает, сколько получится. Так, кто у нас в сторонке? Штурм. Штурм. Нормально. По первой линии? Да. Я думаю, сейчас мне продаваться смысла нет. Конечно, ты сейчас и так залетишь. Только весь бой будет стынуть, там по обстановке нажмешь, когда тебе надо будет. Все. Просишь сразу. Ну, вообще в бою до продувки дело не доходит. Лучше заранее продуться. И да. Ты в бой так холодный подойдешь. А сходка как бы за свет будет, и сразу продуйся. Все. Так он холодный будет на засвете, ему лучше высоту набрать. Думаешь? Блять, да. Обычно на XP-ке дефетка сохнул, все дело. Где-то пока 10-я часть только просохла. Ну вот, лучше этот самый. Ну еще высоты поднабери и продуйся. Или если у тебя уже высоты много, тогда просто перед засветом примешь решение. Так, что у нас, Саня, ты вперед улетел, немножко сделай, да, влево, вправо. Вешу. На 5 висячих надо еще. Ну, в смысле, я медленнее лететь не могу. Не, медленнее не надо, ты влево, вправо, елочка. Окай. Я тоже сделаю, чтобы нас Сашка догнала. А я сейчас догоняюсь, выпрямился. Гоняю уже 300-200. Парни, вот сюда летим. Саня, ну что, у тебя остыл форсаж? Нормально? Пятая часть где-то. Медленно остывает, действительно. И сейчас уже может быть засвет просто. Так, что-то я вперед полетел. Так, нам пора уже засвечивать, потому что сейчас время пройдет, XP-72 тоже поднимется. Не, толку, что он поднимется. А мне надо разгоняться уже. Федор, у тебя сколько скорость? 350. У меня 300. Засвет. Слева засвет, слева. Так, я попробую 209. И наверх уходим, вниз не сваливайтесь к этому XP. Так, иду на 262. Я на 209. Добью сейчас ее. Летите один самолет сюда, а второй сюда. А я немножко на перерез, я уже загоняю его. А второй сюда. Ну что, наверх еще, наверное, пойдет. Ну, тогда я пошел на перерез. И все за шотиком погнались. Идите кто-нибудь направо чуть-чуть. 5 минут, да мы его загоняем в любом случае.
он на 100 километров быстрее меня летит. Офигеть, какие долгие пули. Эй, подожди, не запускай Я готов. Угу. Тоже. Они плюсанули тоже. Ты плюсуешь, да? Запускаю. Не, погоди, у них одного нет. Одного нет. Зачем плюсуешь, если уходишь в бой? Да, наверное, escape нажал по привычке. Плюс и escape, да? У меня такой привычки нет. Странная привычка. Он просто неуловим, видишь, да? Своему нику постоянно путает следы. Слишком вошел в роль. Запускаю на А 8. И налево идем. Летим, летим, парни, я просто подвис немножко. Выше 5, я думаю, смысла нет лететь, да? Есть. Мы их туда вытянем. При засвете скорость не берешь. Куда теперь? Да так и идем. Браво. Свет. Свет. Поворачиваем. Да. Они нас не увидели.
Верхних, да, берем? XP их пускай внизу. Ну, я на 262 иду. Я на 209. 262 не чухает ничего, заметил. 209 заметил. 209 стреляет. Так, 200 минус. Да, 262 пошел. Свободная XP. А, она шотная. Она не достает. Она повисла. Слушай, на такой высоте удобно с крупных калибров стрелять, они все медленно летают. Опять неуловимый, да? Сейчас поймаем. Я запомнил этот его маневр в прошлый раз. Ух, хорош. Один хп. Вот уж действительно неуловимый. Очень плохо заходит по XP. Фу, по XP, по 262. По XP я просто вот... По 262 что-то мне тоже странно. По этим нормально у меня и тот бой, и тот бой, у него больше по 262 не попадает. Ну, неуловимый, что уж тут, неуловимый. Какая-то у него трудная, сложная мишель стоит на леталку. Хотя она может должна быть в вираже. Кстати. Нет, она должна быть. Это резкий крен должен быть. Так он бочку делал. Да не, он вроде сейчас туда-сюда просто вилял. Ну ладно. Ладненько, я думаю, на этом все. Третий бы летать не обязательно. Так, наверное, нет. Там Best of 3 написано. Угу. Двух побед, все. Так, результаты надо писать, не надо. Так, а мы там чё? Сейчас. Будем с кем всё посмотреть надо. Так, 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 подожди, сейчас. Да ты, вот сюда, сейчас я напишу результат. Говорить не будет. Что такое? Раз. Раз, раз. Нормально? Гера, ты там 58-й особо в лобатину не ходи. Аккуратненько там ее задрюкай. Я хров-то попытаюсь там намочить с прохода. Ну, не знаю, Гера, ой, этот, Никита, как ты будешь ташку-то разбирать? Да, там посмотрим. А
Как пойдет, может тебе... Готов? Посмотрю по ситуации, а, если так, может, нас... может тебе это ХПшку помогло. Хорошо, все, тогда поехали. Все плюсики поставили, ребята. В зависимости как будет чего. Так, раз, прием запись. Так, это. Ну что, собираемся. Давай вот. А туда же идем. Ваш два. А. Не, пойдем на солнышко. Да, обязательно, только туда. Все, моськи взялись на 10 и полетели на по второй линии. Не по второй, а на солнышко так вот. Пока идем. Я понял. Ты последний? Да, я. Я же винт. Тобой. Я тогда задеру еще. Вчера я пока сушусь. Сейчас уже они тоже сюда сейчас придут. Да пускай, хорошо. Они будут лететь как мы от своей зеленочки. Но мы должны до солнца как бы долететь. Это, чтобы... Давайте на вторую линию так поворачиваем. Ох-ох-ох. Сейчас до Б квадрата доходим и на третью поворачиваем, и от солнца пошли по третьей линии. Поворот. И пошли по третьей. По третьей линии сюда. Вниз? Да, по третьей вниз от солнца. Солнце сзади у нас. Давай. Боку не придут, нет? Вот они. А, вот они. А ХПшка за мной летает. Минус. Ташку беру. Давай. Бери ташку бери. Ладно. Беру, я не чуть подверг. Да, давай. Гера, ты чуть дальше отлетай, тебе чтоб зайти удобнее было. Блин. Терпи. Да блин. Отлично. Чуть ниже, по телку ее.
Гера, дальше растягивай ее. Заходи хорошо. Не? Как-то крутишься ты и толком зайти на нее не можешь. А Григорий красавчик. Гриша вообще налетался на нормальных самолетах, ну, кстати, на настоящих уже крутой. Ну я там не дали только за штурвал подержаться. Что здесь? Влево-вправо повернул. Это ж тебе не пиксели здесь гонять, да? Да, да. Так, резко меняю. Давай. А я, блин, зря, наверное, отвлекся на XP-ху. Да нормально, нормально. Я просто, понимаешь, ты когда в вираже крутился, мне тяжело, я же и вас накручиваю. А, ну да, ну. Понимаешь, тебе надо было... Так ты подсказывал, сказал бы, выпрями, я его выпрямил. Мы же тогда уже, ты ж минус-то сделал, понимаешь? Ну да, да. Сейчас я напишу. Надо было нам... Бонус. А, плюс. Гера, ты, может, ну, как бы экспиха тебя в любом случае крутит. Ты постарайся, может, растягивать ее как-то. Ну, я не знаю, просто мысли. Так, по нашей схеме, короче, сейчас собираемся на C-линию, ну, по центру, по центровому, и пойдем туда, на четвертую, на нашу зеленочку. Давай. На базе собираемся, типа, да? Или как? Вот C4. Вот C8. Принял. И все, и пошли так вот. На солнышко. Вы меня ждите, я срежу. Ждем. Угол. Я угол срежу тогда. Чтобы догнать. Давай. Гера, задирайся там, ну, не улетай далеко, задирай на сапырку. Так, Никитка догоняет нас, все хорошо. Все, вот это по Б-линии до нашей наземочки идем. И потом... Ты юзаешь до ворота, не? Я, конечно. Давай до третьей линии пойдем. Давай. Чтоб по песне подставить. До третьей долетаем и поворачиваем, и по ней вниз пошли. Давай налево. Не? Рано? Да, нормально. Пошли. Вот они. Они нас не видят. Вот видишь, ташка у них далеко, сейчас можно их фокус тут сделать. О, не, они... Нормально они. Смотрите, когда они будут поворачивать, когда они засекут нас. Чуть-чуть нас, вот, нет? Скорость набираем тогда, короче. Давай, скорость. Нет, пока, подожди, пока, когда они начнут поворачивать. Они нас еще не... Вот, разворот пошел. Ай, меня хпшка давит. Я ташку работаю.
тебя хреново. Я задушу сейчас. Терпи. Сейчас я. ХПшка у меня прям присела, я... Ну, ладно. А. А ты ее крутишь, их пиху? Не? О, он полез. Добивай. Вот он сейчас маразнул. Ох, отлично. Вам надо вместе подлетать. Прям уже что? А Гера сколько хп? А, блин, вниз. Он тоже шотный. Вы вдвоем. Скажи, сколько у него хп? 17. А? 17. Так, может он куда-нибудь улетит по камере? А да он если... развернется. Что, да задушите вы его вдвоем. Блин, портач у него лучше. Жесткий. Жесткий? Да. Просто не сиди на хвосте, вверх, Вера, так и лети. Пролетай, не разворачивайся ты. Чё ж ты так сразу разворачиваешься? Ай, Гриш, красавчик, ну просто молодец. Тра-ля-ля, 6 так... фрагов за 2 боя. Это знаешь, как это ВКонтакте есть. Слышишь? Это, Гриш, как это, лайк-а-босс, да? Мы сильнейших парней победили, чё? Миха, подставишь себе эту музыку ему там, это? Лайк-босс, блин. Ну, капитан, чё сделаешь-то? Ну, у него на самом деле этот сморозил. Да-да-да, 72-й полез. Капец, наверх. Он просто подставил. Он хотел забрать. Нет, он думал добрать этого Геру. Да, и да. И тогда да. Они вдвоем меня, конечно, растерзали там. Вот Элка, конечно, она свои дела делает. А у нас получается, смотри, это... ты за Ташкой пошел. А у меня экспиха, я-то тоже Наташку-то, ну, да как я бы, понял. Приоритет. Она мне, я думал, знаешь, что получилось? Я думал, вот Ташка летела, ты в нее стрелял, попал сразу, я видел. И она мне как попал. Раз в прицел попала. Я думаю, протакую ее, да, развернусь на эту, на 72-ю. Я протаковал, ушел в вираж, разворачиваюсь, она опять, ну, она мне опять попадает. И я начинаю, понимаешь, Никит, я ж на джойстике играю. Я, получается, судорожно начинаю искать 72-ю, а она вообще, хрен знает, где-то под тебя там через низ заходит. Она под меня, она только через низ заходит, что ей там не хватает и здоровья там летать. Ну, так я думаю, блин, ну надо доделать этот аху и уже будет, что будет, потому что, ну, с этой фигнёй я, ну, я просто понадеялся, этот, знаешь, чё, что... Я ее через верх. А, ну я понял, крутить. Что ты решил, что думал, что ты быстро доберешь вообще. Да, да, вот что. И ладно. Вот получилось, это она на меня прям плотненько присела, там буквально, блин, это. Спасибо. Ну, давай. Нормально получилось, не, видишь, вы там не наговорили. Не, ну бой крутой, крутейший. Это учитывая, что мы вообще не летали вместе. Ну да. Так. Ну давай. Давай, попробуй. Давай.
у нас Лёша Бузер разменялся другим, и мы остались 2 на 2. То есть из этих двух, что остались у склада, я ни одного из них не крутил. Просто я перестроил тактику чуть-чуть. Я отогнал тапка на 152 и сагрил на себя экспишку. Тем самым отогнал тапка от виража с моим союзником. И он сел, убивал и убил экспишку, и мы уже вдвоем разводили тапка 152. Финале, ребят. Блин, иди сух. А вот он. И мы в финале. Интересно. Red Team проиграли, да? Просто они когда выше четырех, они все там медлительные должны быть. То есть я, блин, неправильно просто повел, меня вниз начал тащить. Блин, там вроде еще кто-то на меня заходил. Не-не, на тебя никто не заходил, да? Я с Дэйвой когда крутился. Парни, ну что, где они? Все-все, вот так вот и идем, да. В КЦ доходим, ну и пойдем. Все, дошли. Вот они, все, вот парни, вижу. Они опять вот пришли. Я с этим... Сейчас скорость набираю. Так, опять Дэйв. На кого-то заходит Дэйв. На меня. Покуси. На меня заходит, на меня, парни. Давай, я прыгаем, на нее. Допилю сейчас, Влад. Есть, давай, минус. Давай. Наташку захожу, у меня кто ближе, парни. Так, мейстер выше тебя, я на него хожу. Он пикирует вниз. А кого-то из вас пикирует. Я Наташке хожу. Своим горохом. Давай. На горы, Жора, на тебя идет. Отвернул. Наташку захожу. Все, я мейстера, короче, терроризим. Да. Я ему не дам расслабиться. У меня еще форсаж. Нет, форсаж. Ну скорость еще хорошая. Короче, сейчас. Опять вниз пошел на кого-то из вас. На меня заходит. Ташки, Жор, помогаю. Я на Ташку пошел, а ты этот, возьми мессера. Давайте добивайте ее. Мейстер, на мейстера захожу. Аккуратно. Так, Влад, иди в сторону, отлети, подымись, а мы с ним потрёмся тут пока. Нет, я на него съел, все, он от меня не уйдет. Смотри, не повисни, потому что я вообще горячий. Он на меня потянул, я повисаю, парни, я не лезу. Я не лезу. Жора, не лезь.
Аккуратно, Зорн. Сейчас я его подловлю пару сек. Не-не, парни, он на высоту, он хочет ничью делать, парни. Да-да-да, тебе надо отойти в сторону и подняться. Парни, он на ничью хочет выйти. Конечно. Что делать? Сейчас. Я его всегда гоню. Поднимайся потихоньку так же, как он на высоту. Вот, делай, да что делает? Потихоньку, без провисания, поднимайся так же, как он. Я понял. Я, парни, кстати, я его догоняю. Все, да, по прямой догоняю, а потом вверх подниму. У меня продувка, видишь, я продувку истратил. Тор, ну я его должен забрать, да? У меня скорость все окей. Ничего, еще 5 минут, ничего. По прямой иди, пускай он набирает. Он наоборот это, вот сейчас, видишь, он убавляет. Да-да. Я его догоняю, блин, ну... Догоняй, не суетись, потихоньку. Нормально. Вверх. Угол, Влад, чуть-чуть меньше, чем у него, сделай. Да, и... Я форсаж. Вот его, гони пока. Я хочу форсаж сейчас набрать. На край карты, а я снизу его подпирать буду. Ну-ка, да, не отпускай, Влад. Чуть ниже танга сделай, не на него иди, а... Ну давай. Вот него. Скорость побольше набираем, все. Он падает, парни. Он от меня теперь не уйдет. Давай, Влад, ты. Он по скорости уходит. Ну так же я не упускаю его скорость. Давай, Жор, гоняем. Вот смотри, он просто на меня, когда слушай, заходил, тебе пойду, надо было вот тут же... Крабить. Я крабить пошел. Джори, тебе надо крабить. Да не надо вам крабить, вы не успеете. Надо его догнать, если он сдохнет. Давай да, огурчика, если вы там высоко летаете... А у тебя же скорость вообще огромная, вот надо было тебе догонять на их фишке. Да я ниже вас, я ж... Ничего я страшного, набрал бы этот фишек. Я пытался, не. Все, разворачивайся. Еп. Красавчик. Молодцы, красавчик. Это я накрабил, если что. Да не накрабили мы, парни, там... Так не накрабили, у нас уже полполоски было. Парни, мы за вас отомстили, парни. Ставлю. Молодцы. Вот так вот. Вот так делают хип-хоп. Да, вот так надо учить их летать. Ой, это настроение поднялось. Спасибо за бой. А вас, кстати, стримили, да? Нет. Стримили? Нет, нас не стримили. Против. Что у вас? Попадание у меня 1%. А мы не успели, Миша, не запускали. Успели его закинуть. Да, не успели. Это я вообще... Миша, я тебя могу реплей. Такой бой. Кинуть? Потом у вас сейчас финал будет, кстати. А с кем там? С Русланом. А? Ой, сейчас бой еще будет жестче. Они, получается, за третье место будут сводиться, да? Я не знаю, только эти спросите. Петя спрашивает. И там по очкам. Thank you.
Гера, ты тяжем занимайся. Какая твой будет? А мы вот этих ребят будем душить. Просто смотри аккуратнее, на тебя это, походу G8, ну, разряда, наверное, походу на тебя будет лететь. По-любому. Смотри там, крути, живи, в лоб особо не разменивайся, потому что доберут. Так, летят, летят голуби. Не падай, не падаем за этим.
ниже его, Гера, если можешь, потому что я не достаю, вешу. А, ну хорошо. А чего тут говорить-то? Я особо немногословен. Адрески. Давай запиши. Вот не гид. Ну что ж, команда Лига Злодеев побеждает со счетом 2-0 БКБД в матче за третье место. И представитель этой команды
Стоп, кадр, Никита сейчас у нас в студии. Никита, ну что, какие впечатления, эмоции от турнира в целом? И поздравляем вас с третьим местом, без слов. Всем привет, всем здрасте. Очень круто. Турнир, конечно. Жалко только, что мало команд. Наверное, все-таки боятся с рандома сюда заходить. Боятся злодеев? Нет, боятся в целом всяких фиолетовых дядек, которые все-таки, может, было бы проще разделить лиги, там как-то побее, посильнее. А так, все очень круто, все на уровне. Ну что ж, вы большие молодцы, в принципе, у вас был довольно такой витиеватый путь до этого третьего места, то есть вы встречались не с одной и не с двумя командами, вы начали со стадии... Получается, что 1/8 финала, и в первом бою ваша команда победила клан Rush со счетом 2-0, во втором бою вы победили Garda Red Team, затем, к сожалению, уступили Garda Green Team, и таким образом попали за матч на третье место, где и победили клан БКБД и их команду. Ну что, еще раз вас с третьим местом, вы получаете, насколько я помню, 2100 единиц игрового золота, такой небольшой приз, и еще раз вас с победой. Спасибо. Да. Не дойдем. Ну да, дойдем. За свет. Пока кручусь, старший. Давайте, ну. Я на Руслане сижу. Не-не, это я не ту кнопку нажал.
Блин, я половинку снял. Ну чё, сейчас огурчик всех поубивает. Давай, Влад. Всё, уходи, уходи. Красавчик, нет. Уходи, нет. Ухожу, парни, ухожу. То есть всё нормально. Я сажусь, парни. А ты же это, рулем не пользуешься, да, наверное? Или пользуешься? Ты меня на ничью тянуть или что делать? Тебе XP-шку надо сейчас. Ты ничего не потянешь, тебе надо XP. Это кто-то с выбитыми этими, так сказать, там, двигателями его выбить. Вот, а XP-шка, она сейчас, видишь, половинка от нее осталась. Так, на тебя этот, Ташка идет. Все, и ушел. Экспиха тебе сейчас. Бочку. Бочку крути. Он подвиснет. Давай, уходи, уходишь. Все, по прямой Эй. Пошел. Я ухожу. Да. Блять, вот я рак, пиздец, нахуй. Как я ему слился. Кому ты слил? Да этому абузеру, блядь. Сейчас XP-шка подвиснет, может его убивать. Сука, ошибся, опять ошибся. Она, кстати, надо, это... Да, вот этот, рыски не поставить. Без рыски вообще невозможно выражаться. Ну, пусть там даже и слухнет. Он разворачивает, он висит, все, упал, Сашка. Я все уже. Все, давай. Давай, иди, что, все. Он самый страшный, этот, тебе больше никто не страшен. А что, Ташка? Конечно, да, она тебя убить гасить. Может. А тут это... Там, это тут будет болтаться, там. Он там Влад, а ты его сейчас... О, как раз на тебя идет. Давай. Тарань, его отрубили. Собака. Все, он сейчас на тебя задирает нос, стреляет по тебе и как подвистит. Разворачивайся, он вниз пошел. Давай. Не, ничего, все и прошел. Прошел. В следующий раз повезет. 3 минуты еще, парни. Давай, не спеши, аккуратно сейчас ёбнешь. Одного главное забрать и все. Грязь будет. Все, иди на Ташку. Этот, экспиха, она. Они хотят, на одной высоте хотят. Вдвоем. Проходи. Все, уходи. Разворачивайся. Вот сейчас ее достанет. Достанем. Давай. Хорошо, молчи. Ай, попал я, парни. Попал, да? Не. Он пока это расщупается. Урон маленький. Крутись, бочка. Сейчас они подвижные будут. Разворачивайся. Парень, мне надо скоро, у меня портажа нет. Ничего. Экспиху можешь, бить, экспиху, да? Въебать можешь, она там вообще. Но он сейчас теперь наберет скорости. Да, может подсушиться пока. Лучше ничья, чем проигрыш. Не, лучше ничья, ты че? Ничья может не получиться. Почему? Хватит смотреть. XP-шка. Ай, проходи низом.
Крутись, он сейчас стреляет, хотя начнет XP. А, все, он в безопасной зоне. Блять, а? Я, парни, я как не так, как могу. Ты не, делаешь не, все нормально все. Ты делаешь все четко. Вот так, и фишка прет. Прям на тебя. Не торопись. Она висит. Сбривай. Теперь Ташку сбривай. Не, ты что, сейчас я пока сейчас... Не, да, ты правильно, уходи. Они специально тебя разводят. Давай, крутись. Бочку. Сейчас тут он подвиснуть должен. Подождите, подвис. Парни, но мне сейчас надо... Сейчас. Пару сек. Они просили, по прямой летают, форсаж. Блять, парни, уже 15 секунд. Ничего. Пиху ты, брей. Ёбаный в рот, попал по тебе. Попал? Да, мистер. Не, он врезался. Я нахуй. Врезался. Парни, ну, сори, извините. Кто на гаражку стоит? Лёш, ты там нормально всё? Только прогрузит. Я понял. Сбор вот здесь. Повязан кто? Сюда. Также не мешкайтесь, убивайте инфа. Таких волнений. Туда. Я думаю, баллон не буду выжигать пока. Парни, повыше. Низко очень. На этом корыте только так. Так, ребят. Туда. За свет. С ним сейчас видит. Видят. Огурчика в лоб идут. Я думаю, не пойдет в лоб. Лёша, у меня спит. Заходит в лоб. Огурчик продамажил. Аккуратнее, может так как швабра зайти. Какого-нибудь из вас. Кто там у вас? Форма. Ляска. Влад с закрылками, сразу видно. Я его в лоб не могу вывернуть никак. Пал. Пал, помогай, Миша. Ты
Хорош. Сюда, сюда, Руслан. А Руслан, спускай. Там блок пришли. Нырни, нырни. Бля. Под низ нырни. У меня хвоста нету, да, спускаюсь вниз. Ныряй, бочку крути. Без хвоста? Бочку. Ты приколол? Как не летает. Да ничья, походу. Что, вы не догоните его, что ли? Я не знаю, если... Я не знаю, Серёга. Я не догоню. Подожди, пойдите. Миша, может, ты... Да времени еще больше 5 минут, давай. Что накрабить, а? Да ты чё гонишь? Какие накрабить? 70 очков? 70. Потому что, блядь. Другое количество не попрёт. Он на меня идет. Отворачивай. Отворачивай. Отворачиваю. Очень много, не вытягивайся так, Лёша. Да, есть смысл. Миш, не тянись. Ничья это, блядь. Да никакой ничьи. Набирайте скорость. Да просто, сушите форсаж. И не просаживайтесь по высоте. Не улетит он никуда выше пятерки. Падает. Мишу падает. Оттачь его, Лёха. Я не могу, блин. Ладно, ладно, ладно. Нормально. Еще времени нормально. Все видите. Да ладно, Миша. Сушись. Посушись полный. Хотя бы наполовину. Опять падает на тебя, Миша. Конечно. Я вообще хотел сейчас набрать, нырнуть, набрать скорость наверх. Сейчас только А он уже выше не может подняться, нормально. Сушить скорость. Форсаж суши. Скорость побольше сделай. На тебя падает опять. Я думал, он на меня. Не-не-не, сказал же, Миша на тебя падает. Миш, да побольше посушись. После первого прохода не заходи, и все. Он опять заходит. Он вообще почти не сушится. Опять на тебя. Давай, оттачь. Леша, оттачь. Миш, выкрутишь как-нибудь? Да, без хвоста сложно, я знаю. Ну не скорость хорошая, я не могу ничего сделать. Он без закрылок. Нормально, нормально, еще один проход и он труп. Пойдет. Это одна плюха от Ташки. Миш, посушись и иди прям в лоб ему. Да куда в лоб? Просто высуши полностью, иди ему в лоб. Вот он заходит. В лоб ему иди. Я просто, он то на меня... Сейчас Ташкой бьёт.
Я горячий. Я гоп пойду. Да не надо, Никита. Класс. Не надо, Лёп, ты чё? Ты пулемёт. А Миша шотник. Давай, Миша. Там, поставь закрылки, а? Сейчас поставлю. Да, это ничья. Да, как правильно. 5 секунд. Влад не выдержал. Влад чуть-чуть тупанул. Ну это же баг, ну и серьезно, это. Ну, блин, если по-русски, то. Сейчас я закрылки поставлю. А вместо чего их поставлю? Орлака. Ты дал, Миш? Да нет. Так а я не успел ничего поставить. А, кстати, да, напиши критику, да? Ладно. Так, парни, еще бы самолетик был в нашей команде, мы тут. Поменялся там. Да, что, ну ты этого СРК убил и все. Да, это, так это ты сделал победа. Свое дело. Да. Ты свое дело сделал. Это мы уже, я просил. А потом и дальше пошли. Сергей убил. Слышь, ты раш. Я пытался убил бы, но не надо было мне сейчас на них. Как там снимер его умер? Манер. Удачи, парни. Этот бой сейчас надо показать. Видишь, они по центру идут. Да, по центру. Мы все равно пойдем отсюда. Хотя у Руслана прочности больше, но у него этих закрылок нету. Подвы, не знаю, может и так, а высота у них была, чтобы он такая выше, же, да? Выше. Жора, Саня, садись на этот бой хотя бы. Да. Короче, по экспихе отрабатываем твоё. Вы главное, я стяжем буду разбираться. Да, ты стяжем. Это, берите это, левее. Да-да-да, берем. Красно меня уйдите. Главное свои там цели, чтобы хорошо все было. Вон они. Может мне вам помочь, как думаете? Нет, парни? нет, ты Руслана не отпускай, он сейчас на меня. Сашку продамажил, парни. Так, блин. Как вас на хуйню? Добивай экспишку. Да, экспишка это она меня сейчас добьет. Он опять со мной в гараж встал. Это... Блин, я там что-то снял с него.
Ну. А все они вдвоем за тобой. Парни, ну, как могли. Ну, ничего страшного. Да, все-таки. Сейчас Саня, о, блин. Саня всех поубивает. Саня, это тебе до ворота надо ставить, как ты никто не видишь. Надо было с ним на таран. А! Ну да, да, это главное. Ну, нормальный был. Ну ладно, послушай, да. Будем ставить пентаком. Да и, ну можно в рандоме там поставить, покрабить. Туда. Искать бора. За свет для начала бы найти. Я сушу форсаж полностью. Закрылки не поставил, ничего не успел. За свет. Они на... Что ты взял? Потому что они на солнце летят. Во! Вот, вот, татарин. Так, я на татарин. Огурчик набишь на тебя. Они уже от радости от огурчика. Давай, давай. Минус. Татаринков на меня. Помоги Мише. Руслану. Помоги, я с этим сам. Иду, иду, иду. Он Лёха. Заходит на тебя, Лёха. Ага, всё нормально. Стирай. Я его убиваю. До свидания. Всё, добивай. Есть. Котлетка. 2-0. Поздравляю вас, парни, с победой. Спасибо. Спасибо большое. Надо отписать парням. Спасибо за такое. А, сейчас отпишу. А вы, вот даже с вами сложнее было, чем со складами. Так, Миша, как там сыграли, кто кого? Понятно, что Миша добавил. Техники вылетали. Спасибо. Мы летали. Спасибо. На XP 72, ТА 152 и Мессер 262. Но у нас... Ну что ж, турник «Влетаем в лето» завершился, и уже есть его результаты. Второе место у нас занимает команда Garda Green Team. И представитель этой команды, Гурчик 161, в этой студии. Влад, поздравляем вас с вторым местом. Вы молодцы на самом деле, дошли до финала. Немного не получилось в этом самом последнем матче, но ваш игровой путь до этого противостояния был довольно сложным, и то, что вы дошли на финал, вы уже большие молодцы. Еще раз вас со вторым местом. И какие у тебя эмоции и впечатления от турнира в целом и от финального боя? Команда была напротив сильная, что я могу сказать. Спасибо организаторам турнира, что они сделали такой турнир. Ну что ж, спасибо тебе за эти комментарии и еще раз вас за вторым местом. Вы все-таки получили там энное количество голды, что не так много, но приятно все равно. Все-таки турнир волонтерский, это нет.
нет разработчиков, а сделан своими силами, поэтому. И первое место у нас занимает команда Garda Crimson Team. Представитель этой команды и ее капитан Руслан Асеркью тоже в этой студии. Руслан, а у тебя какие эмоции, впечатления от этого турнира? Привет. Привет. Хорошие впечатления. Всегда рад поучаствовать на каких-либо ивентах, турнирах. Ну, в принципе, по таблице видно, что вы попали только со своим кланом уже только в финале, а до этого еще и летали с ВТНД, с квадами, летали с БКБД. Тоже интересные бои. Второй бой с ними тяжелый получился. Ну, вот такой небольшой разбор в целом матчей и турниров от Руслана SQ. Еще раз вас с победой, Руслан, вы получаете, спасибо, согласно регламенту. Спасибо, спасибо. 5100 единиц, по-моему, голового золота, да, если я не ошибаюсь. Да. То есть вот тоже такая премия, тоже от людей, которые волонтеры, которые сами организовали турнир. Турнир, напоминаю, организован кланом Гарда. И призовой фонд полностью выделен мне. Поэтому суммы, может быть, и небольшие, но все это делалось самими ребятами, и сами они все это организовывали. Еще раз вас с призовыми местами, и спасибо. Удачи вам в будущем. Спасибо. 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 Вы уже одного спросили, да? Платовая пара. Так Огурчик выиграл, да? Не, мы выиграли. А, ну а моя цель была это ты. Ну я так и понял, Влад, я знаю. А знаешь, Влад, я сегодня еще, помимо того, что победитель, я еще и предсказатель. Я команде своей говорил, кто на чем из вас будет. И я угадал. Влад, а что ты первый бой упал-то? Ты ничего не выяснил, кстати. Да, ты, кстати, за там 6 секунд оставалось. Я хотел вас убить, Миша, я жадный такой. Я хотел вас убить двоих. Двоих? Один хотел залпом? Как лучше. Ты с крепким, ты с жаждой крови, да?